Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Впродовж багатьох років журналісти неодноразово піднімають питання, піднімають теми технічного стану шкіл та дитячих садків, харчування у навчальних закладах Миколаєва та завищених цін на продукти. Тож сьогодні ми поговоримо взагалі, чому в Миколаєві завжди постійно виникають скандали навколо управління освіти та що робить влада для того, щоб змінити ситуацію на краще. Тож сьогодні гості нашої студії – це Олена Кисельова, депутат Миколаївської міської ради, та Марина Сорока, юрист. А я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 47-7472. Вітаю вас у нашій студії. Тож, перше запитання до вас, пані Олено. Тендер в січні місяці завершився тендер на харчування дітей в школах та дитячих садках міста Миколаєва. А взагалі, чи необхідно це нашим дітям? Ну, мнений здесь может быть достаточно много, но в принципе мы понимаем, что азы здоровой жизни закладываются в детском возрасте. Поэтому питание в детском саду обязательно должно быть, но мы идем дальше как бы и сохраняем те стандарты, которые были ранее, и пытаемся, и до этого достаточно времени успешно, обеспечивать детей первой младшей школы, то есть первые-четвертые классы, горячими обедами. А взагалі, чи всім необхідні ці обіди? Ваша особиста думка. Смотрите, ну здесь мы можем вести долгую дискуссию в зависимости от социального там, обеспечения детей, уровня материальных семей, ну, материального уровня каждой семьи, но как можно разделить детей в общеобразовательной школе? Если мы берем какой-то класс, да, первые и четвертые классы, то есть вот из 30 учеников, кому нужно питание, кому не нужно, как разделять детей, как дальше модерировать эту ситуацию. Поэтому, несмотря на то, что в 2016 году уже было не обязательно питание детей в школах за счет государственной субвенции, город Николаев не стал изменять себе, и все-таки эту традицию и эти стандарты мы пытались соблюсти. Весь вопрос теперь, кто за это платит. И теперь, да, когда мы питаем детей своих в школах, мы понимаем, что за это платит вся громада города Николаева. То есть мы кормим наших детей. Ви згадали про дитячі садки 2016 рік, тож пропоную вам і нашим глядачам подивитися відеоматеріал якраз червневий 2016 року. Прошу. Це звичайний дитячий садочок в одному із спальних районів міста Миколаєва. Зранку сюди батьки з навколишніх будинків приводять на виховання свою малечу. Сергій Дейнега разом з трирічною онукою Вікусею поспішають на сніданок. Садик нам дуже подобається і все замечательно. Кормят хорошо, здесь за дітьми смотрят прекрасно. Інформацію від нашої знімальної групи про здорожчання харчування сприймає оптимістично. Зараз все дорожає, приходиться, значить, треба. Треба, значить, будемо платити більше. Відтак, вартість харчування на один день для малечі до 3 років в групах загального типу становить 14 гривень 80 копійок. Від 3 до 6 років – 19 гривень 20 копійок. Проте дошкільнята у фінансових справах дорослих не розуміються. Вони дружньо взялися за ложки та смачно їдять. Я зараз їла рісову кашу. А ще що? Чай пила. Ну, як тобі казка? Вкусна. Я люблю їсти гречку з котлетою. Я все люблю, окрім маминої кашки. Я більше люблю її. Чи не головним місцем у дитячих садочках завжди була, є і буде кухня? Надія Петрівна має 40 років стажу. За цей час нагодувала тисячі хлопчиків та дівчаток. У кожну страву вкладає часточку своєї душі. Зараз ми картошечку ставимо, на вторий буде картошка варитися у нас. Картошка отварна буде з укропчиком, з маслом. Рішення про зміни граничних норм коштів на харчування дітей прийняв виконавчий комітет міської ради ще у понеділок. Ажіотажу з цієї події посадовці не вбачають, адже щороку, саме на літній період, сплата завжди підвищувалась. Добре усвідомлюючи, що відбувається постійний процес зростання цін на продукти, тарифів на електроенергію та газ, в бюджеті у нас було передбачено кошти на підвищення вартості харчування, що ми і зробили.
Миколаїв чи не єдине місто в Україні, де батьки сплачують лише 60% від вартості харчування. В інших регіонах ця сума дорівнює майже 100%. Всі батьки згодні на те, щоб підвищилася ціна на харчування. Вони все розуміють, щоб краще діти харчувалися, щоб їм було більш смачніше, щоб більш збільшені були норми на м'ясо, на молоко, на масло. Згода батьків на це є. Отже, пані Марино, до вас запитання. Ваша робоча група з питань харчування та благодійних внесків активно займалася цим питанням ще в 2015-му, починаючи з 2015-го. Взагалі, чому так сталося? В чому причина? Чому організувалася група? Ну, группа организовалась, потому что были очень большие претензии к работе КОПа, то есть в школах и садах. Родители ну, многократно жаловались на то, что испорченные продукты, дети, ну, были отравления пищевые. В связи с этим начались проверки. Как бы общественность подняла вопрос и инициировала создание такой рабочей группы, в которую вошли и депутаты горсовета, и общественники, которые занимались этим вопросом. Пані Олено, ви були в цій групі? Чи ви як роздивлялися здалеку взагалі цю ситуацію? Ну, ситуацію тоді ми відслежували, членом робочої групи я не була, але хочеться сказати, що з 2015 року вже багато змінилося, як стоїмость дитячого питання, так і методи, і підходи до цього питання. Якщо хочете, ми можемо поговорити об цьому. Якщо можна, скільки зараз коштує? Сьогодні, вже на сьогоднішній день, якщо ми говоримо о дітях до 3 років, це 19,50, ті діти з 3 до 6 років вже 25 гривень 35 копійок. Но суть вообще этого вопроса мы должны понимать для себя в следующем. Вот есть детские сады, да, есть школы. Некоторые заведения имеют возможность самостоятельно готовить пищу. Если мы берем общее количество садов в городе Николаеве, их 73, вот 10 детских учреждений самостоятельно готовят пищу. То есть у них для этого есть надлежащие условия, харчеблоки, кухня и, скажем так, и все возможное. То есть они являются сами заказчиками и изготовителями этой продукции. В чем разница? Вот тот материал, который вы показывали сейчас, там исполнителем услуги был наше коммунальное предприятие. То есть это люди, которые находятся в штате этого предприятия. Предприятие ведет обычную хозяйственную деятельность по закупке продуктов, по изготовлению пищи на территориях детских садов и школ. То есть модель всегда у людей у нас смешанная. Все думают, что повара и находятся на службе, так сказать, в детском саду. Это не во всех так было заведениях. Поэтому моя личная позиция для того, чтобы мы могли избежать напряжения. И, скажем так, каждая мама проконтролирует то, что лежит в тарелке, да, лучше, чем любая контрольная группа, любая рабочая комиссия. То есть что нужно сделать? Если мы говорим о глобальной какой-то децентрализации, то, простите, ну, за женскую логику, да, децентрализация на кухне, наверное, должна быть первым вариантом сразу. Тем более мы для этого имеем возможности. И тогда все станет на свои места. Тот, кто заказывает котлету, тот следит за ее качеством и отвечает перед теми детьми, перед теми родителями, которые эту котлету кушают. Я думаю, тогда у нас будет меньше потрачених нервів і більше зекономлених ресурсів в місті. Тобто ви вважаєте, що необхідно в кожній школі, в кожному дитячому садочку, кожна школа, дитячий садок має сам замовляти собі продукти, сам їх виробляти. Як? Там немножко другая система. Ну, это как бы материал для большой передачи, если мы уйдем в детали. По глобальному, скажем, да, учителя в общих загальных школах должны быть возможности для изготовления пищи. Но у нас на сегодняшний день не везде такая возможность. Проще эту модель задействовать в детских садах. Но тоже не везде материально-техническая база соответствует этому. Самое интересное, что за все годы детского питания в городе Николаеве, вот сейчас нам стало, скажем так, понятно и известно, как-то так удалось прожить без специальной программы. То есть у нас есть просто, скажем так, программа «Освита»,
в которой есть строка, что мы действительно имеем желание и имеем возможности кормить наших детей. Вот о модели вообще глобальной, как организовано детское питание у нас в школах, да, и садах, и ведь сюда входят не только школы, сады, есть и профучилища, и другие там санаторно-курортного направления, учреждения. Поэтому мы уникальный город, такой у нас программы не было. Поэтому, взагалі, як це можливо? Ну, от як-то так пройшли ми між каплями дождя, і, по большому счету, довго, извините мене, ходили, но в январі місяці, наверное, і вийшло то, що вийшло, іменно по цій причині. І от уже зараз, розібравшись, хто їст, де їст, что як, есть, що? Когда, да, теперь мы начинаем, ну, совершенствовать эти подходы и все-таки делать то, что не было сделано. Ну и потребности, наверное, не было такой. Тут юрист поправит меня и дополнит, законодательство очень сильно меняется. А так получается, что органы исполнительной власти не всегда успевают за изменением законодательства. А если еще хочется успеть в ногу со временем, то тогда надо принимать какие-то креативные идеи, да, нужно брать на себя риски, а риски – это ответственность. То есть здесь волеизъявление субъектов исполнения. Поэтому сегодня, я не могу сказать, что это у нас будет глобальная реформа, но мы идем по пути того, чтобы подходы и методы изменить. Взагалі, а пані Марино, ви як юрист, як ви можете прокоментувати таку ситуацію, що дуже багато років, як розумію, дуже багато змінилося провладних партій, при владі були різні люди. Чому так сталося? Чому досі не було отакої основної програми щодо харчування у закладах? Не було просто желання. Тобто це політична воля, можна сказати? Ну, дуже часто, да, так, як з тарифами комунальними, в принципі, теж це все політична воля. Зараз є бажання, зараз є цілі міняти, усовершенствувати, і от зараз до цього вже йдемо, по крайній мірі, ми бачимо. І як батьки, і як юристи, і от, як депутати вже всі бачать. Ми просто йдемо в ногу зі часом. Нарешті, як я розумію. Таке запитання. Тендер. Закінчився. Тендер на харчування у дитячих садках та школах. Закінчився. Але скандалів було навколо нього дуже багато. Розпочнемо з того, що одеська фірма, яка ну, має таку дуже хитку, так, слизьку репутацію, вона виграє. Виграє у тендері, все, вона пропонує найнижчу ціну, все, але при цьому 35 тисяч школярів, дітей мали за її умовами, тобто за її не умовами, а що вона пропонувала? 13 людей обслуговує 35 тисяч наших дітей. При цьому головний офіс, все знаходиться в Одесі. Як так сталося, що вона змогла перемогти на цьому конкурсі, на цьому тендері? Юридические моменты, прописанные условия тендера были, ну, более, скажем так, размыты, вот так, если сказать, потому что не было указано о том, что не должен быть субподряд, они подразумевали, что они будут субподряд нанимать. Они это открыто сказали в связи с этим. До речі, вони в останню хвилину сказали про те, що буде субпідрядник, і субпідрядником виступить якраз наше комунальне підприємство. Чи взагалі можливо таке з юридичної точки зору? Ну, з юридичної, звісно, це можливо. Якщо в умовах тендера немає об этом прописки, що не должно бути такого, то, звісно, да, чому ні? То есть очень часто предприятия, которые выиграют конкурсы, разные конкурсы по обслуживанию придомовой территории, уборки, там, вывоза мусора, естественно, они могут нанимать субподряд другую организацию, другое предприятие. Но это касательно питания, я считаю, что не должно быть. Потому что ответственность прежде всего на том, кто выиграл тендер. Пані Олено, ваша думка щодо цього? Взагалі, як? Это вот мы ехали и, наконец, приехали. И приехали мы как раз в забор, в данном случае с тендером. Работали по старинке, понимали, что как-то сложится, как-то будет. Но не учли тот факт, что все-таки заявленная сумма 77 миллионов, да, за год. Да. Этот, ну, лот такой достаточно серьезный, и достаточно такой тот, который может привлечь внимание. Но и, в принципе, не учли те факторы, что может быть определенная конкуренция. Про теорию заговора я сейчас не буду рассказывать, потому что версий было много. И сам интересно был тендер, каким образом проведен. Ну вот, скажем так, почему наше предприятие проиграло.
Но проиграло оно, потому что дало самую большую сумму. А потом впереди киевская фирма и одесская, они между собой разыгрывались, но в ценой в 1 гривну. Ну, это как бы такая комичная ситуация, и мы стали заложниками ее. То есть, по большому счету, слава Богу, что вовремя все это стало понятно. Слава Богу, что вовремя включились те рычаги, которые могли быть включены законный способ, потому что мы же должны учитывать, что тендерное законодательство – это очень жесткое и очень специфическое законодательство. И вмешиваться уже в процедуру проведения тендера не имеет права никто. То кроме решения принимает тендерный комитет и ответственность за тендерным комитетом. И это антимонопольное законодательство, которое очень жестко регулируемое. Поэтому, скажем так, спасали ситуацию в той модели, в которой стали находиться. И вот в процессе изучения ситуации мы выяснили, что если бы у города была программа, то таких рисков бы могло не быть. Тогда бы мы понимали, кто кормит, как кормит. И самое главное, мы бы были тогда, хорошая пословица, да, у кого кошелек, тот и музыку заказывает. У нас и кошелек был, но как-то музыка играла без нас. Поэтому вот сейчас в программе все будет по максимуму детализировано, все будет прописано, ну и плюс механизмы децентрализации, маленькой вот этой кухонной. Таке запитання. Особисто ваша думка. Те, що ви як приказці розповідають, взагалі, як так сталося? Тобто управління освіти було замовником, вони перевіряли цих кандидатів. Чому? Чому не перевірили заздалегідь? Чому не побачили оце все? Чому так сталося? Можливо, там якісь проблеми в управлінні освіти? На сьогоднішній день, як я розумію, було написано заявлення Тетяни Вікторовни Казаковой, подано в соответствующие органы. Вот пусть компетентные органы и занимаются этим вопросом. Я лично, опять же, не буду говорить про теорию заговора. Я думаю, здесь, сыграла роль не столько злой умысел, сколько, пусть не халатное отношение, но такое отношение, работа по старинке. Поэтому, что будет по итогу, мы посмотрим. Самое главное, чтобы у нас должным образом были профинансировано питание, но это даже не самое главное. Самое главное, чтобы питание было у наших детей качественное, потому что питание – это дальнейшее здоровье. Пані Марино, ваша думка щодо цього взагалі, як так сталося, що одеська фірма все ж таки виграла і от так от перекрутила все і в останню хвилину взагалі десь зникла? Ну, они как бы не совсем в последнюю минуту, потому что они скандал подняли, и они писали везде, и в интернете они выкладывали свои письма, претензии о том, что на них давят. Я, в принципе, вообще считала, что их не должны были допускать изначально, потому что, как можно было допустить, если 13 человек, да, сколько у них там персонала. Прежде всего, самое главное, это холодильное оборудование, которое должно быть на территории нашего города. На случай, если, вдруг что происходит, то есть, как они будут обеспечать, если там город закроют, там, в связи с природными явлениями, какие-то снег выпадет, и город будет закрыт, и продуктов не будет, естественно, должно быть холодильное оборудование. Этого не было. Изначально надо было на это смотреть. Я все-таки думаю, что это бездействие, мы называем это преступное бездействие, когда человек прописывает конкурс так халатно, что, в принципе, вы могли прийти на конкурс и заявить в одном человеке. Поэтому нарушение здесь есть, изначально. Тобто можна сказати, що тендерний комітет не виконав свої основні функції – перевірити всіх учасників тендеру і вибрати найкращого. Ми не можемо сказати, що це був преступний умисел, що прям будто вони цель мали. Ні, просто не виконали, недовиконали, можливо. Так, в даному случае, особливо, коли вопрос касається настільки щепетильного питання здоров'я дітей, то тут кожну запитую юрист, любой должен виписати, прописати так чітко, щоб ніяких деталей інших не було. Я зрозумію. Пані Олено, до вас запитання. Другим кандидатом була литовська фірма. Чому вона не пройшла? Ви знаєте, володієте інформацією такою. Чому вона не пройшла? Чому одразу третім кандидатом було наше комунальне підприємство і начебто воно зараз цим займається? Ну, скажем так, этот вопрос уже на дату, когда уже кто-то стал ходить и выходить, стал очень резонансным.
в принципе, уже к этому моменту были приковано много внимания. И, скажем так, все уже эти детали, в том числе тендерным комитетом, рассматривались более, ну, как бы, с большим пристрастием. Хочется сказать, что нюансы все-таки тендерного законодательства обязывают всех участников и всех желающих, и всех, которые болеют этой темой, не вмешиваться в эти процессы. И это, если мы начинаем на что-то влиять, то это тоже нарушение законодательства. Более того, мы теоретически иски мы ожидаем о том, что они будут. Праздновать победу еще достаточно рано, потому что у нас еще договор не подписан с третьим участником. То есть мы сегодня находимся в стадии реализации, по сути, вот, проведения тендера. И не проведения тендеров, а подписания договора. Поэтому у нас есть путь. Мы еще по нему идем. И есть задача и цель, которую мы должны достигнуть. Поэтому дай Бог, чтобы все сложилось. Таке запитання тоді. Дивіться, а до 8-го, наскільки мені відомо, до 8 лютого був підписаний контракт, попередній контракт з комунальним підприємством нашим миколаївським на харчування дітей. Після 8 лютого, як продовжили чи як? Хто зараз годує дітей взагалі? Продолжили, конечно, продолжили. Я тут не знаю нюансы, скорее всего, до соглашения с продлением срока. В объемах, ну, да, да, которые есть сегодня, до подписания договора и до начала. Ведь не просто надо подписать договор, нужно же начать выполнять услугу и получать за нее средства. То есть это достаточно сложные процессы, которые связаны с бюджетным финансированием. Поэтому детей сегодня кормят за счет тех резервов, которые были у предприятия, которое ранее кормило, по большому счету. И если вот мы, когда, скажем так, процесс завершится, я думаю, это будет такая настольная инструкция, да, вот как нужно действовать и как не нужно действовать, и какие будут последствия после бездействия, и как исправлять ошибки потом, когда уже кажется, что все пропало. Я зрозуміла. Таке запитання. Комунальне підприємство. Минулого року 60 мільйонів на нього витратили з міського бюджету, а приніс він буквально 1 600 000. І тут він знову береться за це. В 15-му році, до 15-го року, на нього дуже сильно скаржилися. І знову ж ми приходимо до цього комунального підприємства. Чому так? Немає вибору? Чому саме воно має годувати наших дітей? Я могу сказать, коммунальное предприятие изначально не имеет своей цели быть прибутковым. Оно имеет цели, и то, что прописано у него в уставе, обслуживание горожан. То есть конкретно, да, это обслуживание школ и садов по питанию. Свою цель там быть прибутковым и давать городу, громаде прибыль, оно не имеет. Самое главное нам что? Мы же просчитываем, какую сумму необходимо на питание детей, да, и именно эта сумма им выделяется. Поэтому говорить о прибыльности я, в принципе, и не вижу смысла, как и любой родитель. Мне самое главное, чтобы мои дети были хорошо накормлены, правильно, не было там пищевых отравлений, то есть все санитарные нормы были соблюдены. А теперь снова возвращаемся в программе. Для того, чтобы было все прописано и все было урегулировано, мы должны, я согласна с Мариной, мы должны определить, что у нас является целью и функцией, да? Цель у нас – это социальная услуга, потому что питание, как я уже сказала, да, финансирование питания – это не обязательная составляющая на сегодняшний день. Это наше добровольное волеизъявление громады. Поэтому действительно на этом зарабатывать, то есть из кармана в карман деньги, если перекладывать, их больше не станет. Поэтому мы для себя должны понимать модель, как мы финансируем установу и какую, и в каком виде. То есть оно нам или должно деньги зарабатывать, или просто выполнять функцию по удовлетворению вот этой потребности, то есть социальную. То есть и если мы разделим прибыль, ну, то есть желание прибыли и необходимость дать качественную услугу, то тогда со временем у нас станет все на свои места. На сегодняшний день, почему вот и возник конфликт? Потому что вы совершенно правы. При той модели проведения тендера и при той тендерной документации любой из участников на рынке, ну, конкурентных услуг мог заявиться на этот тендер, если он удовлетворял тендерной документации и мог принять участие и мог выиграть.
И действительно, вот это особенность тендерного законодательства. Поэтому, когда громада отдает свои деньги, она должна понимать, не просто какую сумму она отдает, мы уже дальше должны понимать, как эта сумма и между кем распределяется, как она контролируется, и самое главное, конечный продукт, да, какой мы имеем. То есть мы не можем здесь доходить до абсурдной ситуации, когда деньги города мы выделяем, мы там тендеримся, развлекаемся в этом, играем, скажем так, с антимонопольным комитетом, какие-то судебные тяжбы. Мы все знаем, как, насколько жесткое законодательство тендерное в сфере дорог, да? Ну вот да. Давайте еще питание туда включим и будем. Ну по дорогам мы можем сокрушаться и плакать, что они у нас такие, чего мы не можем допустить в сфере детского питания. Поэтому здесь должен быть жесткая цель, но жесткий контроль и, в принципе, разумная, законная модель и законная процедура. На это нужно время. Это как бы нюансы есть, особенности. Сегодня все такие программы нужно согласовывать с антимонопольным комитетом, то есть чего никогда город Николаев, по сути, не знал и не думал. Но здесь и не вина города Николаева, потому что это законодательство, особенности этого законодательства в полном объеме вот вступили совсем недавно. У нас любое сегодня коммунальное предприятие, коммунальная установа, которая в любом виде получает так называемую помощь, а эта помощь может быть в виде денег, в виде мебели, в виде зданий, она сегодня согласовывается. То есть это очень любопытный такой пласт и объем работы. Мы, вот знаете, не было бы счастья, так несчастье подвело, привело, да? Вот у нас получилось так, мы начали смотреть эти нюансы и понимать, как это функционирует, только из-за той неприятности, которая произошла. Тобто, почему, як воно має бути? Да, почему так? Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что в коммерческой сфере уровень специалистов, да, ввиду того, что он более высокооплачиваемый, гораздо выше. В сфере, скажем так, муниципального управления, ну, специалисты работают иногда очень долгое время. Они не настолько мобильны, не настолько ну, как бы смотрят все изменения. Есть необходимость смотреть? Смотрят. Нету, скажем так, ответственности? Ну, не смотрят. То есть здесь смешано все. Желание, возможности, ответственность и необходимость. Вот когда этот баланс будет соблюден, тогда мы будем иметь хорошую котлету и вкусную манную кашу. Я зрозуміла. І останнє запитання, у нас дуже мало часу залишилося. Вам обом. Взагалі, як ви вважаєте, чи буде повторний конкурс, повторний тендер, чи все ж таки виграє наше КП? Пані Марина. Я думаю, останеться КП. Останеться, залишиться. Пані Олена. Я надеюсь, что все-таки останеться не просто КП. У нас не цель защитить КП, да? У нас цель правильно накормить дітей. И вот в этом направлении, ну, мы движемся. Вот когда цель будет главная, а средства уже второстепенные, то тогда мы будем иметь успех. Дякую вам, що завітали до нас. А я нагадую нашим глядачам, сьогодні у нас в гостях була Олена Кісельова, депутат Миколаївської міської ради, та Марина Сорока, юрист. Гарного вечора, на все добре.